Доброе мирное время суток, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала. На связи канал «Что в старой шкатулке». Всех приветствую, мира, добра, хорошего настроения. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Ставьте лайки, комментируйте видео. Вы уже знаете, что каждый день я снимаю новые видео. Видео покупок у населения, ребятки. И вот сегодня новый день. Осенний принес нам интересные покупочки. Давайте вместе с вами посмотрим, познакомимся с предметами поближе. Ребятки, вот такая вот интересная советская машинка, микроавтобус. Конечно, есть дефекты, не хватает мигалочки. Видите сами, есть такое вот отверстие. Немножко вот здесь треснута пластмасса, сама кабина. Колеса немножко не прокручиваются. Есть цена. 40 копеек стоила вот эта вот машинка. Есть клеймо, какой-то такой олень на железной основе. Вот такая вот машинка, надписью ГАИ. Видите сами, вот ГАИ написано. И на этой стороне тоже ГАИ. Вспоминается легендарная советская рок-группа «Сектор Газа». И она пела вот такую песню: «Доблестная, честная и сердцу дорогая, госавтоинспекция, ты нам как мать родная». Вот такая вот интересная советская машинка, ребятки, которая дошла до нашего времени. Интересная. Конечно, дефекты, но я думаю, что это не помеха. Не помеха для такой интересной вещицы, ценной и старинной. Так, ребятки, дальше. Вот такая вот соусница. Смотрите, интересная соусница. Очень мне понравилась. Я ее вчера купил. Смотрите, даже вот такие вот легко ранимые материалы, как вот эти вот ручки, которые постоянно попадаются битыми, они целые, ребятки. Вот такой вот, смотрите, орнамент здесь разрисованный. Это такие листочки, лепесточки, цветочки. Позолота сохранилась, и на ручках позолота сохранилась. Вот такая вот она интересная, глубокая, большая такая соусница. Клеймо. Коростынь, видите сами, цена ее 2 рубля 40 копеек. Интересная такая, главное, что она целая, она не битая, в отличном, хорошем состоянии, ребятки. Вот такая вот соусница, очень мне понравилась. Недорого я за нее заплатил, вы не поверите, всего лишь 10 гривен. Вот 10 гривен, ну разве не дать за такую красоту 10 гривен, тем более целая, целая, не битая, никаких сколов я не обнаружил, очень красивая. И очень такая антуражная вещица для дома. Поставить и радоваться, что есть такой вот у вас предмет старинный. Хорошая вещь, хорошая вещь. Давайте дальше, ребятки, дальше. Дальше у нас, смотрите, какие я купил два белка советские. Вот такие вот собачки. Надписи «Колли». Порода собак «Колли». Есть клеймо. Тут какой-то СВ, по-моему, видите сами. Советские таких два брелочка. Очень в таком отличном, хорошем состоянии, ребятки. Тоже очень люблю такие вещицы. Такие мелкие вещи, как часы, брелки. Очень классные, смотрите. Все сохранилось, не потертые, ни лак сохранился, не затертый. Где-то они лежали у людей. Тоже «Колли», то же самое клеймо. Они одинаковые. Я их выставлю на аукцион. Будем их продавать, ребятки. Так, дальше, дальше. Что у нас еще есть? Смотрите, вот такая вот кукла. Вот такой вот мальчик. Кукла пластмассовая. Она на резиночках. Вот такая вот на резиночках. Видите, резиночки. Немножко нужно ее помыть, конечно. Я ее немножко повытирал так от пыли. Где-то она лежала. Вот такой вот мальчик. Вот такой вот мальчик. Советская кукла. Здесь есть клеймо. Вот такое клеймо, я не понял, что это за клеймо, не могу сказать. Или какая-то кошка, или непонятно, ребятки, не могу сказать. Больше никаких я не обнаружил, ни клеем, ничего я не обнаружил. Старенькая такая куколка, повторюсь, нужно ее помыть, привести в порядок. Я знаю, что есть хороший канал «Наталья кукольный хирург». Я думаю, что если она посмотрит это видео, она скажет, что это за куколка. Очень интересная куколка, откуда она, ну это советская, это понятно, какой изготовитель, вот такой вот мальчик, такой вот мальчик. Итак, дальше, ребятки, вот такие вот елочные игрушечки я купил сегодня, такие вот колокольчики большие, большие три колокольчика, маленький один колокольчик,
Вот такая вот золотая рыбка. Приятная такая золотая рыбка. Без хвостика. Вот такой вот, непонятно кто это. Какая-то фасоль или что. Может это из сказки Чиполлино. Вы помните, там был такой сыщик Фасоль и его собачка Пылесосик. Может быть, это из сказки Чиполлино. Не знаю, ребятки, не скажу вам. Если вы знаете, подскажите. Так, вот такая вот обезьянка. Смотрите. Такая вот обезьянка из мультика 33 попугая. Она улыбается, довольная. Вот такая вот обезьянка. И вот такой, смотрите, очень такая вот интересная игрушка. Это самовар. Что самое интересное, что все детали вот такие вот мелкие. Смотрите, все на месте. Не битая, в отличном, хорошем, в коллекционном состоянии. Вот так вот можно даже ее поставить. И она стоит, ребятки. Вот так вот. Так, дальше. Ну, вот еще одна обезьянка. Желтенькая уже, тоже в таком платьице. Довольная. Вот такая вот девочка. Съезжает на санках с горки вниз. У-у-у, поехала. Так, вот такая вот игрушечка. Тоже она в отличном, хорошем состоянии. Немножко, конечно, тут есть утраты красочки, но трубочка целая. Все на месте, не битая, в отличном, хорошем состоянии, ребятки. Поставим ее так. Дальше. Вот такие вот две груши. Смотрите, такие вот две груши. Очень спелые, такие сочные осенние груши. Новогодняя игрушка. Потом, ребятки, вот такой вот виноград. Видите, виноград. Потом вот такой зайчишка, трусишка. Смотрите, он бьет барабаны. Юный барабанщик. Но он на прищепочке, ребятки. Вот так вот прищепочка. Так вот цеплялась на елочку. И он висел себе и радовал глаз детей. Дети бегали вокруг елочки, пели песенки, рассказывали стишки и разглядывали вот такие вот новогодние игрушечки, ребятки. Так, дальше. Вот такая вот классная новогодняя маленькая-маленькая миниатюрная елочка, ребятки. Помните, как в детском саду водили хороводы вокруг елочки и пели маленькой елочке холодно зимой? Из лесу елочку взяли мы домой. Вот такие вот миниатюрные игрушечки даже сохранились, ребятки. Смотрите, они стеклянные. Вот такие вот игрушки. Есть пластмассовый. Вот это вот пластмассовый такой огурчик. Тут такие вот шарики. Все стеклянное, ребятки. Вот такая вот классная елочка. Очень маленькая такая, миниатюрная. Главное, что есть еще даже цена. Цена ее 13 копеек она стоила. И вот такое вот клеймо елочки. Интересная такая покупочка. Очень классно, ребятки. Дальше. Ну и вот такие вот тоже маленькие миниатюрные игрушки елочные. Это уже на эту елочку, которую я вам показывал. И вот такие вот они уже пластмассовые. Тоже, видите, крепление есть. Вот это какой-то кукурузка. Кукуруза. Еще одна кукурузка. Смотрите, разрисовано все. Листочки, лепесточки. Вот еще одна кукурузка. Вот такой вот белый гриб. Смотрите, какой красивый белый гриб. Пластмассовая. И вот такой вот утенок. Тоже есть крепление для подвешивания на елочку. Вот такой вот классный огурчик. Зелененький. Это вот такой вот тоже. Это уже шишка. Смотрите, шишечка такая вот зелененькая. Это горох. Горох. Вот такой вот. Вот такие вот елочные игрушки. Ну и вот такие вот шарики, ребятки. Шарики нету, конечно, крепления. Они тоже в стекле. 4 штучки. Интересные такие елочные игрушечки, ребятки. Ну и вот такая большая массивная шишка. Смотрите, вот моя ладонь. И шишка почти на мою всю ладонь. Вот такое вот старое-старое советское крепление. Металлическое. Все целое, ребятки. В отличном, хорошем состоянии она. Отличная елочная игрушка, смотрите. Классная елочная игрушка. Так, ребятки, все показал вам, ничего не забыл. Если вам понравилось такое видео, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Комментируйте данное видео. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы подписываетесь.
Всем мира, добра, хорошего настроения, всем удачи, крепко жму руку, всех обнимаю, до новых встреч в эфире, надеюсь, завтра новое видео. Если вы не подписались, подписывайтесь, ребятки. Пока, удачи всем, пока.